Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Доброе утро, ребята. Сегодня мы уезжаем из региона Дурус. Мы здесь жили в Алер-Делюкс в поселке Мали-Робит. Сегодня мы отсюда уезжаем, перемещаемся в Авлёру, и хотела вам еще раз рассказать про вообще сеть алеровскую и конкретно про лакшери отель, в котором мы жили. 2 дня мы в нем питались, мы завтракали и ужинали. Значит, в целом отель хороший, номера. Вообще, в целом отель новый. Он, в принципе, новый, вы построили с нуля и достаточно быстро. Номера хорошие, большие, по площади, кровати отличные, удобные, постельные, полотенца просто наивысшего качества, полотенца очень мягкие, хорошо впитывают, классно, фен в ванной есть. Принадлежности, шапочка для душа, швейный набор, это все тоже в отеле лакшери Алера присутствует. Значит, питание очень хорошее, завтраки, напоминаю вам, что по системе все включено шведского стола, а уже если вы берете обеды, например, и ужины, то это по меню а-ля карты. Но все очень вкусно, все очень полезно, здорово, правильно. У них нету добавок, у них нет ГМО, у них нет химии, им запрещено просто на госуровне это использовать. Поэтому очень здорово, очень классно, вкусно. Мой совет: не берите фудборды, не берите all-inclusive. Попробуйте местную кухню, очень вкусно. Морепродукты шикарные, божественные, просто и стоит это все не так дорого. Мы за 3 дня пребывания в стране потратили, ну, реально сущие копейки. В основном это были вино и какие-то сувениры, потому что вчера мы ездили на экскурсию. Поэтому очень здорово, питайте здесь много фруктов. Фрукты очень вкусные. Очень вызревшие сейчас, это июнь месяц, сезон черешни, рекомендую вам обязательно попробовать. Значит, питание в Алер хорошее, обслуживание, я бы тоже сказала, очень хорошее. Во-первых, на ресепшене есть русскоговорящая девочка, представитель принимающей страны Алер Тревел. Они классные, у них классные гиды, они очень подробно, хорошо рассказывают о стране, куда сходить, что делать. И в целом информацию, как поступить, если у вас там что-то, например, случилось. Дальше по обслуживанию. Ребята очень хорошо стараются. Официанты просто умнички, красавчики. Все, что нужно, принесут, только попросить. Кстати, важный момент. Персонал на русском не говорит. То есть вам нужно будет общаться на английском. С английским проблем ни у кого нету. Даже базовых знаний, в принципе, хватит для того, чтобы объяснить, что вы хотите. Так, еще я не сказала по номерам. Мне тут подсказывает соседка о том, что если вам нужен утюг, то его можно тоже попросить. И мы вчера это сделали, и нам принесли огроменный утюг с огроменной подставкой. Кстати, утюг очень прикольный, мы такого еще не видели. Он там весь электронный, навороченный, крутой, короче. Он, значит, огромного размера. И потом нам женщина-уборщица принесла еще и огромную гладильную доску, так что мы не гладили на кровати, что является вообще, в принципе, безусловным бонусом. Очень было приятно. Потом они это все сами забрали при уборке номеров. Очень здорово. Вообще, в целом, мне отель понравился. И еще сегодня напомню, что я через 2 дня проживания нашла бассейн. Он находится во дворе. Мы туда просто не заглядывали, мы туда не заходили. Он находится на заднем дворе, если пройти мимо парковки. И там очень достаточный бассейн для 48 номеров. Немного зонтиков, лежаков, но я думаю, этого будет хватать, при том, что на пляже просто огромнейшая пляжная зона, и там этой всей инфраструктуры тоже достаточно. Поэтому у меня такие впечатления от отеля Alier Deluxe. Я вам желаю хорошего... Alier Luxury, простите, пожалуйста. Я вам желаю хорошего дня, хороших впечатлений. Полюбите, пожалуйста, Албанию, так как нравится она мне. Надеюсь, встретимся с вами на отдыхе. Пока-пока! Feeling my way through the dark.